Женщины-лидеры из Центральной Азии и Кавказа обсудили особенности модели женского лидерства в этом регионе. Модели основаны на консенсусе и эффективном общении. Создание партнерской сети является результатом сотрудничества активистов. Тренинг для тренеров проводился по обучающему пособию «Выберем лидерство». Данное пособие является учебником по развитию стилей лидерства, содействующих процессам равенства и демократии. Тренинг проводился в центре отдыха «Асель» в Казахстане. Здесь встретились женщины, лидеры и активисты для того, чтобы поделиться своим опытом по созданию коалиций, а также реализации пропагандистских кампаний, направленных на искоренение дискриминации и насилия в отношении женщин. Набиева Гульзи из Казахстана рассказывает о работе своей организации и проведении эдвокаси-кампании против домашнего насилия. Закрытая дверь, нарушается права другого человека, и он бессилен противостоять этому, то тогда, конечно, наверное, необходимо обществу вмешаться. Тулякан Исмаилова описывает усилия ряда организаций, которые занимались решением вопроса в отношении беженцев из Узбекистана. Вместе продвигать инструменты для того, чтобы повлиять на наших правителей, чтобы они соблюдали как национальное, так и международное законодательство в области защиты прав человека. София Касымова рассказывает о кампании по продвижению закона о домашнем насилии в Таджикистане. Именно информационная программа, информационная акция является одной из важных стратегий, поскольку мы считаем, что именно информированность населения об этих проблемах есть один из шагов решения этой проблемы. Гульнара Каракулова из Казахстана рассказывает о программе по противодействию торговле людьми. Когда в 2001 году мы начинали эту работу, то государственные структуры, они не признавали эту проблему и говорили нам, что она надуманная, что в Казахстане этого быть не может. На сегодняшний день мы добились того, что государство признало эту проблему. В данном фильме участники тренинга рассказывают о своих успешных кампаниях, которые могут быть использованы и адаптированы женщинами-активистами из других стран. В течение 7 лет к нам обращалось очень много женщин, и прежде всего эти женщины обращались по проблемам дискриминации, ущемления их прав, и, к сожалению, большой процент женщин обращался к проблеме бытового насилия. В 2001 году мы провели в Казахстане очень большую компанию Advocacy, которая связана прежде всего с такой проблемой, как принятие закона по предупреждению и пресечению бытового насилия. Причем бытовое насилие проявляется не только в отношении женщин, но проявляется в отношении детей, стариков. И даже у нас были случаи обращения самих мужчин, которых избивали жены или над которыми они издевались. Мы провели большую кампанию по всему Казахстану. То есть мы разделили по сегментам на четыре территории. То есть это был запад, юг, восток, север и центр в Астане. И наша команда выезжала во все эти регионы и работала с населением. Причем мы брали один из вариантов законопроекта по предупреждению и пресечению бытового насилия и обсуждали это и с депутатами местного масштаба, и с домохозяйками, и с людьми, которые занимали определенный пост, и с женщинами-лидерами, и с женщинами-бизнесменками, и с мужчинами, которые были неравнодушны к этой теме или наоборот противостояли против принятия такого закона. В
проводила только наша организация. Но интересно было то, что мы, вот, например, провели в Южном Казахстане, но здесь же есть наши партнеры, женский ресурсный центр и очень много других организаций. И мы опирались, например, на женский ресурсный центр и просили их собрать подписи в защиту, так сказать, этого законопроекта. СМИ играла самую главную роль, наверное, поскольку мы постоянно освещали это. И это происходило во всех регионах Казахстана сначала, когда мы ездили, а потом, когда уже проводили круглый стол, то мы раздавали определенные листовки, пресс-релизы и так далее. В Астане по прошествии 2 месяцев был проведен большой круглый стол с приглашением депутатов Мажилиса, Сената, парламента Республики Казахстан, а также других государственных чиновников, которые играют ключевую позицию в принятии этого закона. И причем были приглашены представители НПО. Результатом нашей кампании стало прежде всего знакомство депутатов с этим законопроектом. К сожалению, этот законопроект еще не принят в Казахстане, он отклонен советом, он даже, так сказать, еще мы проводили потом еще несколько кампаний, объединяя усилия уже женских организаций. Но самое главное, чего мы добились, это изменение стереотипов, и мы добились того, что все-таки население стало понимать, что такое закон необходим. Кампания не завершена, она продолжается. Это многолетняя кампания, поскольку здесь на самом деле, если наша организация начала этот процесс, то сейчас создан союз кризисных центров, который тоже хочет заняться этим вопросом. Идет объединение женских и неженских организаций правозащитных, которые хотят, чтобы этот закон был принят. Я представляю сетевую правозащитную организацию. Называется она «Правозащитный центр граждане против коррупции». Кроме защиты социально-экономических, политических прав наших граждан, мы столкнулись с очень большим таким вот барьером, когда вопрос коснулся беженцев, лиц, ищущих убежище после антижанских событий, которые произошли в ночь с 13 на 14 мая 2005 года. Для нас это было очень страшно, для нас это было очень ново. Почему? Потому что почему-то власти сразу объявили этих людей преступниками разных видов, значит, обвиняли их по различным статьям Уголовного кодекса, значит, Узбекской республики. Но нам надо было быть там, и первыми мы были в лагере Тишикташ, это в Джалабадской области, очень отдаленный район. И когда мы прибыли в лагерь, мы увидели, что это очень интересные фокус-группы. Это обыкновенные, нормальные, хорошие женщины. Это замечательные дети, которые рассказывали различные истории, очень страшные, трагические. И это были те же «окрамисты», в кавычках, которых обвиняло правительство и спецслужбы. И были очень сделаны большие интервью, индивидуальные интервью. Значит, нейтрально, очень беспристрастно мы старались увидеть, значит, те проблемы, которые их волновали. И наша цель была донести до кыргызстанцев причины, почему так это случилось. Была очень, значит, развернута большая пресс-конференция, которую представила я всем журналистам. И мы рассказали просто истории этих людей, но этого было мало. И когда я уже пригласила Азизу, нашего партнера из национального телевидения, после революции она возглавляет очень интересную программу «Замана» в нашей стране утреннюю. И она с удовольствием со мной поехала вместе с оператором. И опять мы прибыли в лагерь. И мы опять видели наших родных людей, знакомых уже. И они рассказывали ей индивидуальные истории. И опять же, это был фильм, который очень беспристрастно рассказывал о судьбах людей, попавших в такую трагедию, в такую беду. Параллельно развернули в
большую акцию по нашей сети плюрализма. Есть у нас очень замечательный человек, наш большой друг Ирена Лосота, который проживает в Вашингтоне. Она очень хорошо знает проблемы и перспективы развития гражданского общества как в Центральной Азии, так и на Кавказе. И вместе с ней мы сделали акцию по всему миру, которая, значит, поднимала вопросы андижанских событий, ситуацию в Узбекистане, и призывала правительство Узбекистана тоже, значит, обратить внимание на те проблемы и принять, значит, к сведению и к работе своей международные обязательства, которые взяли Кыргызстан и Узбекистан и другие страны Центральной Азии, как Международную конвенцию о против пыток и Международную конвенцию, значит, 1951 года, которая говорила конвенция о беженцах. И мы требовали, чтобы все-таки правительство прислушивалось к мнению простых граждан, правозащитников и, значит, соблюдало международные обязательства. Мы были успешны. Буквально в течение 2 недель отозвались более 1030 человек из стран, из разных стран, значит, мира. Это были ведущие демократы, это были, значит, диссиденты, это были, значит, активисты, правозащитники, которые продвигают демократию, защиту прав человека в своих странах. И среди них были и жена Сахарова, которая подписала это заявление. Значит, среди них был Мустафа Агай, это лидер крымско-татарских, значит, наших партнеров из Украины. Очень много людей, очень много замечательных лидеров подписали, и мы передали эти заявления как в Комитет ООН по правам человека. И я думаю, что сентябрьское слушание в системе ООН, я думаю, что это тоже будет обращать внимание на данную проблему и призывать, значит, руководителей центральноазиатских стран к соблюдению защиты прав человека и соблюдению таких конвенций, как против пыток. И мы счастливы тем, что 415 беженцев находятся сегодня в третьей стране Румынии. Там решаются их судьбы, они выбирают страну, куда они уедут. И 15 человек, которые находятся в СИЗО, значит, 12 уже получили статус мандатных беженцев. И над тремя уже вот будут проходить, над двумя будут проходить, значит, судебные процессы. Я приехала из города Душанбе, Республики Таджикистан. В своем городе я возглавляю организацию, которая называется «Школа гендерного образования». Наша организация занимается образовательно-исследовательскими программами, распространением гендерных знаний, а также внедрением гендерного подхода в различные программы. Проблема насилия в отношении женщин является достаточно актуальной в нашей стране, и в то же время она рассматривается и со стороны, не только со стороны общественной организации, но и со стороны государства. В 2003 году была создана ассоциация неправительственных организаций, которые занимаются вопросами предотвращения насилия в отношении женщин. И миссия этой организации заключается в профилактике и в уменьшении насилия в отношении женщин в нашей республике. Одно из мероприятий, которые они провели, это является инициированием закона о домашнем насилии, которое было внесено в парламент страны и который на данный момент рассматривается, и, возможно, этот закон будет принят в ближайшее время. Именно информационная программа, информационная акция является одной из важных стратегий, поскольку мы считаем, что именно информированность населения об этих проблемах есть один из шагов решения этой проблемы. Именно чем больше населения, чем больше
и государственные структуры будут знать об этих проблемах, тем, возможно, найдутся разные точки соприкосновения, разные взгляды на эту проблему, и тогда уж легче будет решить эти проблемы. В этой коалиции неправительственных организаций, которые занимаются вопросами профилактики насилия в отношении женщин, входит также вот неправительственная организация МОДАР, которая именно их целевая группа является женщины, которые они подверглись сексуальному рабству, трафику. Вот они выпускают вот такие информационные листки, и таким образом предлагается пути решения вот этих проблем. Все это доводится до широкой общественности. Известно, что процесс принятия закона достаточно длительный процесс и достаточно трудный. Первое слушание в парламенте страны, и он находится на стадии принятия. Возможно, он будет принят в следующем году. Я являюсь директором женского ресурсного центра города Шымкента. Наша организация образовалась в апреле 1998 года. И на протяжении 8 лет мы уже работаем в рамках 4 отделов. Это образовательный отдел, информационный, консультационный и исследовательский. Я хочу рассказать о нашей программе, которую мы выполняем в партнерстве с другими женскими организациями Казахстана. Это работа, которая ведется по противодействию торговле людьми. Значит, эту работу мы начали проводить с октября 2001 года при финансовой поддержке Международной организации по миграции в Казахстане. Изначально в нашу сеть, в коалицию входило 19 неправительственных организаций женских из разных городов Казахстана. Но сейчас в нашей коалиции осталось всего 12 организаций. Вот. Но этот проект, он у нас уже сейчас является центральноазиатским. И помимо Казахстана, значит, в нашу сеть входят еще такие страны, как Узбекистан и Таджикистан. Улучшить нашу законодательную базу, потому что по нынешнему уголовному кодексу, допустим, человека, который занимается трафиком, его невозможно осудить, потому что очень сложно доказать его вину. И сейчас также в рамках нашей кампании мы работаем над тем, чтобы гармонизировать уже законодательство. Прежде всего, это информационная кампания. То есть мы информируем население о проблеме торговли людьми. Для этого нами распространялись вот такие вот буклеты. В этих буклетах идет полное описание, что такое вообще безработица, как можно выехать легально за рубеж, как и о тех рисках, которые влечет за собой нелегальный выезд за рубежом. Эти буклеты мы распространяем среди школьников старших классов, потому что дети, которые учатся в последних классах, это потенциальные жертвы, мы их так рассматриваем, потому что завтра, когда они заканчивают свою учебу, они уже начинают искать работу и, соответственно, могут стать жертвами торговцев людьми. Затем, значит, мы распространяем вот такие вот материалы. Здесь идет описание конкретных случаев, вообще весь механизм, как человек может попасть в рабство. И тоже это рассчитано на разные слои населения, значит, и на взрослых, и на детей,
И полностью вот такие вот комиксы. Вот. Значит, а также в рамках нашей компании мы проводим мероприятия. Классные часы в школах, лекции в вузах, значит, семинары с нашими волонтерами, которые помогают нам. Затем, значит, семинары проводим с учителями школ, с преподавателями вузов. То есть это те люди, которые могут в дальнейшем также распространять эту информацию. Мы снабжаем их вот этими вот материалами, чтобы они потом дальше проводили классные часы или какие-то учебные, может быть, программы. И распространяли, и помогали нам распространять вот этот вот материал. Отдельно мы работаем с государственными структурами. Непосредственно мы сотрудничаем с комиссией по делам семьи и женщин. Значит, так как наша организация находится в Южно-Казахстанской области, мы сотрудничаем с комиссией при Акиме Южно-Казахстанской области. А вообще в Казахстане у нас существует национальная комиссия по делам семьи и женщин при президенте республики, которая является также партнером нашего проекта. Сейчас наша компания идет уже 4-й год, и мы планируем продолжать ее проводить еще 3 года. И я хотела бы сказать уже о тех результатах, которые были нами достигнуты. Прежде всего, когда в 2001 году мы начинали эту работу, то государственные структуры, они не признавали эту проблему и говорили нам, что она надуманная, что в Казахстане этого быть не может. На сегодняшний день мы добились того, что государство признало эту проблему. И сейчас это решение этой проблемы уже как бы решается на государственном уровне. То есть сам президент нашей республики, Нурсултан Абишевич Назарбаев, назначил орган, который ответственен за эту проблему. И таким органом в нашем государстве является Министерство юстиции. Вот. И после этого, значит, был создан национальный план действий по противодействию торговле людьми. И, соответственно, в каждом регионе у нас есть свой уже региональный план. И этот региональный план мы составляем совместно. То есть наша организация, наша НПО совместно с госструктурами.